Тамбов встретил туликов солнечной погодой. Несмотря на то, что уже наступила осень, листья на деревьях не думают желтеть, а городские клумбы радуют своими цветами. Вообще, оружейникам в городе должно было быть комфортно. Вот тебе оружейная промышленность, деловой центр с таким родным названием. А болельщиков с афиши на кубковую встречу приглашает бывший одноклубник туликов. Общую картину дополнял стоявший напротив стадиона символ Тулы – самовар. Казалось, все располагает для канониров, но у тамбовчан на это было свое мнение. Ранний матч в рабочий день не помешал болельщикам Тамбова прийти на стадион «Спартак». Пришлось отпроситься с работы, немножко проблематично, но это того стоит. Проблем никаких не было, как узнали, что мы идем на футбол, сразу нас отпустили. Не помешал рабочий день и тульским болельщикам, которые солидным числом приехали за своей командой. И судя по баннеру, который был растянут на гостевой трибуне, тулики в Тамбов приехали за победой. Миадрак на игру 1/16 финала против одного из лидеров ФНЛ выставил не совсем обычный состав. Ворота впервые в сезоне защищал Левашов. С первых минут в старте вышли не имеющие постоянной практики Денисов, Горбатенко и Расич. Да и Хагуш, надевший на кубковую встречу капитанскую повязку, не часто играет в РФПЛ. Для замбийца Кангвы матч в черноземном Тамбове и вовсе стал дебютным в арсенале. Кстати, именно Кангва, занявший позицию левого хавбека, мог открыть счет в первом тайме. На 14-й минуте Эванс продвинулся к линии штрафной площади и нанес сильный удар. Голкипер тамбовчан Смирнов парировал мяч на угловой. После перерыва скорости стали повыше. Соперники быстрее доставляли мяч к чужой штрафной. На 55-й минуте за фолт против Расича был назначен перспективный штрафной удар. Выстрел Горбатенко пришелся в дальний угол, но там был Смирнов. Горбатенко атаковал из игры. В одном из эпизодов Игорь, положив корпус, эффектно пробил издали. Жаль, не попал в створ. Последние минуты основного времени прошли в настойчивых атаках хозяев, опасно подавших один за другим корнеры. В первом тайме были два момента, которые должны были завершать Шевчук и Дутов. И во втором два момента. Я думаю, что с командой премьер-лиги на большее нам рассчитывать пока сложно. Казалось, все шло к дополнительному времени. Однако на 90-й минуте тамбовчанам удалось разобрать оборону туликов. Последовал прострел в центр вратарской, который не сумел прервать Хагуш. И Скворцов с убойной позиции направил мяч в сетку. 1-0. Был шанс у хозяев удвоить преимущество, но Левашов не позволил Рыжкову поразить ворота. Если команда, как у нас, не бывает моментов, как можно забивать, мы просто сегодня очень плохо сыграли. И хочу извиниться этим болельщикам нашим, которые приехали здесь, чтобы смотрели эту игру. Тамбов в следующей стадии Кубка сыграет с курским «Авангардом», который также преподнес сенсацию, выбив из турнира вице-чемпиона страны столичный ЦСКА. Тулькам же теперь остается провести работу над ошибками и сделать все, чтобы в Уфе реабилитироваться перед своими болельщиками.